часть участников и телевизионщики находится вот там, на углу того участка, который будет достраиваться. Сами участники собираются здесь. Вот он, Нева, каменный остров на той стороне. Здесь спортсмены бегают во все. Застройщик побежал. Строщик дает капусты. А что, ничего не чувствуешь? Вице-губернатору. Уже еще дам, если будешь себя хорошо вести. Я думал, рискать чем? Смотрите, дыхание. Остальное потом. Вице-губернатор капризничает, ему мало. Что такое? Это Кагил. Кто же хочет капусты? Жители города не дают дать капусты. Вон законодательное собрание, я его вижу. Капуста! Держите его капусту! Капуста в банке! Отнимай мою капусту! Милиция! Милиция, капуста! Все-таки капуста не дошла до законодательного собрания Петербурга. До законодательного собрания капуста не дошла. Новую кассу нужна? Сделаем новую кассу. Что из них не проблема? У меня много денег. Я сделаю все, что вы хотите. Вы депутаты, вы должны выражать волю народа, правильно? А народу что много? Вы думаете, мы пришли в законодательное собрание, чтобы красную икру есть? Мы пришли в законодательное собрание, чтобы народу служить. Так служите. Народу нужны стройки, паркинги, автомобильные площадки, гостиницы. Я нужна для народа. Городу нужны деньги, городу нужны средства. Не, но вы все-таки за собрание понимаете, нужен народ, понимаете? Сейчас вы понимаете, что народ. Московский с вами нужен, и у них с вами так. Все. Народ. Мы за народ. Поэтому вы пакет документов, которые я, так сказать, вам предлагаю, вы примете? Рассмотрите, пожалуйста. Нет, это не просто. Я понимаю, что это не просто. Но мы понимаем нужды народа. Мы за ценой не постоим. Капусту у меня отняли, но у меня еще есть. У меня осталась плантация капусты. Вон она. Я отдал общественности. Общественность не купила. Вы зачем пришли? Затем, чтобы документы эти принять, чтобы народу в капусте стало лучше. Зелень, да? Вы случайно несправедливы России? Что с вами трудно договариваться? Может, вы коммунист? А где Единая Россия? Я не понял. Мне нужна Единая Россия, с ней гораздо проще. Все, вы свободны. Вы сказали, что вы подобны.
такой небольшой флешмоб. Техническая пауза, одна минута.